Ансельм – крупнейший христианский богослов XI века. Он родился в 1033 году в итальянском городке Аоста. После смерти матери Ансельм много странствовал, но затем осел в одном из монастырей на севере Франции. Здесь он полностью смог отдаться своим философским и богословским трудам. Об истине, о Троице, о свободе выбора, о воле Божией – это те труды, которые сделали богослова почитаемым в христианском мире. «Каждый человек, – заявляет Ансельм, – даже атеист, под словом «Бог» имеет в виду одно и то же. Бог – это то, больше чего ничто нельзя помыслить. То есть даже его небытия помыслить невозможно. Он не может не существовать. В этом смысл онтологического доказательства существования Бога по Ансельму. И это доказательство, кстати, было весьма популярно в русской богословской мысли. Заведующий кафедрой философии Московской духовной академии протоиерей Федор Голубинский писал в середине XIX века: «Довод истины бытия Божия, выводимый из идеи о существе бесконечно совершенном, превосходнее, полнее других». Умер средневековый богослов в Англии в 1109 году. И вот одна из цитат этого выдающегося христианского мыслителя: «Не для того следует понимать, чтобы верить, но, напротив, следует верить, чтобы понимать». Ансельм Кентерберийский.